Альфия Курамшина – многодетная мать. У нее 5 детей, самому младшему 3 года. Содержать всех непросто, в семье работает только муж. Год назад девушка узнала о социальной программе «Вместе». Теперь покупает одежду для детей со скидкой. Одному сыну надо одну постель, другой – там другую. Вот как бы одеял надо 5-7 штук, и как бы подушки постоянно менять надо. Очень хорошо отражается. Очень удобно мне как бы социальной картой оплачиваться. Экономия заметна? Да, заметно, конечно. Социальную программу «Вместе» разработала администрация городского округа. Пенсионеры, инвалиды, ветераны войны, многодетные могут в Химках приобретать товары со скидкой в 15%. Сегодня среди участников предпринимателей парикмахерские, образовательные учреждения, магазины, аптеки. Единственное, что нужно покупателю – социальная карта. Прямо на ценниках мы указываем цену обычную розницу и цену по социальной карте, чтобы люди сразу видели, как отличается цена. Мурат Шафеев – владелец магазина одежды. У него тоже много детей, поэтому и решил участвовать в благотворительной программе. Не понаслышке знаю все нужды больших семей. Также прекрасно понимаю наших пенсионеров. И поэтому, как только мы услышали о такой замечательной программе, социально ориентированной, как «Вместе», мы с радостью всем коллективом присоединились. Сегодня у программы «Вместе» больше 100 предприятий-партнеров. Полный список доступен на сайте администрации городского округа Химки. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.